Министерство здравоохранения предоставило информацию по свободным койко-местам на утро 10 мая. Так, 30 свободных мест есть в Национальном госпитале, 17 в городской клинической больнице номер 1, в Национальном центре кардиологии и терапии 9, в Национальном центре онкологии и гематологии 8, в Республиканской клинической инфекционной и в городской клинической больницах по 6, по 5 свободных мест в клиническом роддоме номер 2 и в Национальном госпитале. В Чуйской областной объединенной больнице 4 свободных койко-места и в Национальном хирургическом центре свободных мест нет.